два, три. Погнали. Все, поехали, поехали, поехали. Смотри, я встал на задние колеса, я еду. Я еду, 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 еду. Офигеть, ты видел? Тихо, раз. Два, три, прыгаю! Нет, нет, я думал, я выпрыгну! Ну-ка, ой, не на ту кнопку нажал! Всем здорово, чуваки, с вами Джел, и сегодня со мной Топфикс, и мы находимся в GTA 5 онлайн с обалденной рубрикой «Битва водолазов». Всем привет, дорогие друзья! Сегодня нам скинули координаты, примерно вон там находится это место, а пролетал, значит, самолет, и произошло крушение. Он перевозил тачки из музея, так что мы сейчас направляемся туда и устроим, так сказать, испытание, что мы за 3 минуты должны будем найти тачки, которые уже потонули. Потому что, когда мы их вытащим, мы их будем тюнинговать, прокачивать и устраивать на них разные испытания. Короче, мы уже почти подплыли к месту крушения самолета. Топфикс, давай, ты там скажи, когда уже подплывем, прям точно-точно. Да, я потому что, не знаю, буквально... тебе скидывали координаты, давай-давай-дай. Всё, смотри, ну мы, получается, уже слушай, подплыли, но всё. Экспонаты, думаю, мы сегодня редкие найдем, так как тачки реально сообщили, но есть информация надежная, потому что тачки перевозили из музея, и я думаю, там какие-то раритетные так автомобили будут. Чё, все, приехали? Круто. Да, все, я вылезаю, погнали, нырнул. О. Слушай, раз, два, три, таймер засек. Все, три минуты. Ты прям ровно на самолет прилетел. Офигеть, координаты не рвут. Смотри, просто ретро-тачки, ржавые тачки. Тут вообще разновидности. Слушай, такие довольно-таки богатенькие машинки тут. Так, ну они старые, старые. Ты помнишь, что сегодня у нас будет гонка, и нам надо быстренько-быстренько найти какую-нибудь быстренькую машинку. Быстренько-быстренько найти быстренькую машинку, слышал, да? Смотри, 30 секунд прошло. Чего-чего? Куда заплыл? В кабину какую-то заплыл, не знаю. В кабину машины или в кабину самолета? Самолет такой, машины. Офигеть, да тут реально какие-то вообще средневековые тачки, я не знаю. Ну не средневековые, там 19 века, вот такого вот. Ну, старенький самолет уже, походу, долго лежит, потому кабриолеты, слушай, просто. Можно приметить. Да-да-да, а, реально долго, кстати, уже лежит. Но, походу, вот нам, мы самые первые, походу, кто-то сюда приплывает, короче. Так, я вижу крыло самолета. Ну-ка, а где, может, хвост найду самолета, и там тоже что-нибудь есть? Ржавая тачка. Так. Я вообще пока ничего не вижу. Слушай, ну да, такого достаточно крутого. Смотри, у нас прошла минута, и уже осталось 2 минуты. Я вижу что-то блестящее, смотри. А, нет, это просто... Ну слушай, блестящий кабриолет такой неплохой. Короче, если что, я буду его брать, если не успею. Я всегда себе примечиваю так тачки, знаешь, на заранее. Туннель, пещера, смотри. Ну-ка. Да, это около самолетика. А, нет, в пещере только ржавые тачки, ё-моё. Так, ну смотри, остается у нас 1,5 минуты, половина времени прошло. Ты где, кстати, я тебя даже не вижу, тут плаваю. Я плаваю, чисто еще около самолета. Но тут их разбросало довольно-таки так далеко течением. Я смотрю, вообще эта тачка вообще далеко улетела. Уплыла, точнее. Так, вижу вон ту тачку, но я возле нее плавал вроде. Ещё самолет нашел внизу. Внизу? Ты куда вообще уплыл, слушай? Так. Красная тачка, ржавая тачка, синяя. А, нет, не синяя, это черная. Да ё-моё, какие-то одни. Тихо! Спорткар какой-то! Тихо, спорткар, да, надо приметить. Все, теперь вот эту тачку примечаю, если что, я ее буду забирать. А ты где? Да я тут это. Вот, это не знаю, что это грузовой отсек, не знаю реально, что это. Ты в самолете, что ли? Да. Я тоже возле самолета, смотри. Я тебя не вижу пока. А, вон вижу тебя, Топфикс, здорово. Что ты там нашел что-нибудь? Какую-то тачку нашел, наверное, ее возьму, потому что она мне нравится. Она, по-моему, даже у Бенниса тюнится. Вот а это что вот, за смотри. Тачка, слушай. О, у нее диски крут. А, это сламван, у Бенни. Ну да, нормально. Бенни так круто. 30 секунд осталось, слушай. Я еще не успел ничего найти. 30 секунд. Так, вот стоит кабриолетик, вон там ржавая тачка, так, вон еще туннель какой-то, так, кораллы, ну, в принципе, я не знаю, вот до туда, вон, вижу обломки самолета, остается 10 секунд, Топфикс, блин, надо раз, я уже не успею к той ламбе съездить, так, и я тоже нахожу тачку, стой, тачка с мотором, это из арены вар тачка, сламван. Все, я ее забираю себе, время останавливаю ровно 3 минуты, слушай, блин, я хотел к той тачке, я нашел спорткар по пути, но я что-то на время забыл посмотреть, я уже далеко от него отплыл, ну, короче, это тоже довольно-таки быстро тюнингуется тачка, у него, видишь, мотор сзади, это вроде так драговая тачка, маслкар, все, вызываем корабли и вытаскиваем наши машинки.
Вон нам и привезли наши машинки, уже достали их. Тофикс, посмотри, у тебя такой черный Slam One, а у меня, кстати, тоже Slam One, только у меня драговый, и он из арены вар. Очень круто. В общем, неплохо так мы нашли, хотя у меня вначале был вообще другой вариант, это что-то было типа спорткара, но я прям не успел к нему прилететь. Ну что, тогда я предлагаю сейчас забирать наши машинки, потому что спасибо матросам, которые нам их достали, матросам, ну, водолазы, мы их подняли, короче, с помощью эвакуаторов, там, специальных подводных лодок, и вот эти вот нам дядьки, короче, привезли вот сюда, вот на этих кораблях, эти рыбаки, забыл уже, как их зовут. Короче, рыбаки помогли и привезли нам сюда вот тачки на берег. Короче, Тофикс, я предлагаю забирать машинки и ехать в тюнинг. Заехал, значит, в свой тюнинг в арену вар. Давайте прокачаем теперь мой Slam One вот этот на максимум. Денег мне для него будет не жалко, так что гоночные тормоза ставим. Рывок. Рывок это, если что, нитро, закись азота на 100%. Смотрите, бампера какие. Давайте вот этот вот усиленный с шипами. Ребят, я уже придумал для сегодня на стиль, короче, для этой машины. Он будет зелено какого-то, зелено-золотого цвета. Зеленый цвет просто я никогда не ставил, и многие просили, типа, в комментариях, поставь зеленый, ты никогда его не делал. Я такой, окей, потому что с красным и фиолетовым я уже всех немного достал. Смотрите, как он выглядит, офигенная броня. Слушайте, мотор обязательно надо защищать для этой тачки. Фары покрасим давайте в синий цвет, и неоновый набор тоже поставим по кругу и покрасим в синий. Ну, если что, черный цвет, он так называется, но светит он синим. Раскраска, ну-ка, раскраску мою любимую вот эту вот я поставлю. Надеюсь, это, ну, вроде как она, да-да-да. Все, окраска, теперь цвет, как я сказал, сделаем сегодня ее зелененьким. Такой огуречек будет, помидорчик, не знаю. Ну-ка, давайте посмотрим, какой цвет будет подходить, во-первых, сначала. И, если что, делаем зеленым. Ну, слушайте, лаймово-зеленый. Посмотрите, как ярко выглядит, просто сочно, аппетитно. Ну, блин, такой, знаете, ежик, зеленый ежик, короче, получился у меня. Давайте, покупаю этот цвет, он реально классно выглядит. Перламутр, ну-ка, не, и так достаточно хорошо блестит. А вот дополнительный цвет можно сделать каким-нибудь золотым, я не знаю, золотым, желтым, что-то вроде этого. Понравился, значит, мне вот этот желтый цвет, давай. Давайте его сделаю я. Давайте покупаю гоночный желтый. Смотрите, ярко, красочно выглядит теперь моя тачка. Знаете, такой на дискотеку прям можно ворваться. Цвет деталей. Ну-ка, ну. Смотрите, давайте вот такую лаймово-зеленую подсветку сделаем. Ну-ка, либо еще можно покрасить какой-нибудь желтый цвет. Очень классно выглядит, кстати. Как я уже и говорил, в желтом цвете она выглядит обалденно. Вот эта подсветочка. Так, переходим далее. Трансмиссию, конечно, ставим гоночную турбонаду на максимум. Стекла мы тонируем и последнее, это оружие. Какое можно сделать оружие? Давайте поставим таран. Ну-ка, таран. Какой-нибудь есть красивый таранчик, интересно. Ну, слушайте, вот такой вот маленький можно поставить. В принципе, у Тофликса тарана нету, поэтому я поставлю маленький таран, чтобы сильно ему, знаете, не напугать его своим огромным тараном. Так что поставим вот это оружие, кстати. Ничего себе, плазменные пушки поставим, которые будут стрелять лазерами. Так, неконтактные мины я ставить не буду, потому что они только мне всегда мешают обычно. Ну все, вот такая тачка сегодня у нас получилась, так что я выезжаю из своего гаража и поеду к Тофликсу смотреть, какая тачка получилась у него и у меня. Приехал я на парковку на своем Slam One, жду Тофликса, блин. Короче, вот решил сюда на крышу забрать. Ты приехал? Вот это да, ничего себе, это что за акула такая, офигеть. Реально, стой, Бенни делает вещи, короче. Смотри, как он тебе стильно протюнинговал тачку. Ну-ка, расскажи о ней, давай. Смотри, не знаю, какая-то акула, смотри, просто, она очень жестко. Да. Салончик, зайди, посмотри, мне кажется, салончик давай, посмотрю салончик, обязательно. Ну-ка, белый салончик я уже вижу, так. На сиденье, смотри. Чё с сиденьями? А, ничего себе! Нормально, сзади надпись Bennis Originals Motorworks. Ничего себе, конечно. Воу, это что? Это, вижу, значок такой сделал. Слушай, руль такой классный, офигенный салончик. Ну-ка. Ты ее занизил, обалдеть. Слушай, но смотри, как они по-разному у нас. Вроде одна и та же тачка, но как они по-разному тюнингуются. Я, короче, сделал вот такой стильный, фантастический маслкар, так сказать. Поставил пулемет и сделал такой небольшой таранчик, чтобы тебя сильно не пугать, не ставил огроменный ставить. Вот такие шипы и покрасил в зелено-лаймовый цвет такой. Ой, ну, зелено-лаймовый, желтый цвет, классный, да?
Слушай, ну я предлагаю сейчас пройти несколько испытаний и тогда посмотреть, какой из вот этих пикапчиков будет круче. Короче, я предлагаю сейчас на первое испытание ехать, это посмотреть в драге, какая тачка будет по скорости быстрее. Ребят, а если вам нравится вот эта рубрика «Битва водолазов», то поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал, потому что, как вы могли заметить, я немного изменил формат своих видео, сделал их качественнее, так что за это лайк, подписку, пожалуйста, я очень стараюсь над своими видео. Ну а мы переходим к драг-рейсингу. Тофликс, ну и на ходу давай я придумал уже испытание. Я заметил, что у тебя тачка едет на задних колесах, поэтому предлагаю посоревноваться, кто дольше проездит на задних колесиках, так сказать. Давай. Полбалла за победу и дается 3 попытки. Готов? Давай, раз, два, три, погнали! Воп! Воп, ну слушай, ты дольше проехал, хорошо. Давай, вторая попытка. Давай. Так, раз. Готов? Раз, да, готов. Два, три. Погнали. Все, поехали, поехали, поехали. Смотри, я встал на задние колеса, я еду. Нифига, я еду, 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 еду. Офигеть, ты видел? Смотри, я как колобок покатился уже, офигеть. Ну, слушай, это довольно-таки был самый лучший мой результат. И давай, даю тебе третью попытку, попробуй. Окей, победишь давай. Меня, и ты выиграл, мне зарабатываешь полбалла. Цепляюсь, смотри. Давай, давай, смотрю. А, у тебя низкая тачка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну все, сразу упал. Ну-ка, я еще раз даже для зрителей покажу. Как у меня получилось проехаться на своих колесах. Получается, раз, хоп, и поехал, поехал, поехал. Смотри, 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 реально на задних колесиках еду. Ну-ка, я сейчас весь аэропорт так проеду. А, нет, все, упал. Ну, слушай, я получаю свои полбалла, а мы переходим дальше. Переместились мы уже на Aircraft. Так сказать, вот это вот авианосец. Ну что, сейчас она будет проходить, так сказать, толкучка, кто кого перетолкает в воду. Ты готов, Тофликс? Я всегда готов. Раз, два, три, погнали тогда, давай. О, да, ну о, смотри, о, я о, поставил о, маленький таран, так что у тебя есть какие-никакие, но маленькие шансы. Ну, оу, получай, смотри, ну тяжелее, они довольно-таки одинаковые. Смотри, я тебя переталкиваю. Сейчас тебя столкну, ну давай. Сможешь ли ты вообще победить меня так? Ой, а, тачка-то не управляется вообще. Развернусь. Ну, типа, куда ты человек. Это? Стой, тихо, 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 тихо. Все, тихо, все, тихо. Все, все, все. Я держусь. Нет, я еще держусь. Держусь. Ну, давай, оно давай, отстанет давай. Меня, отстанет меня. Давай. Дай мне выехать, блин, какашка. Пилу, так, не-не-не. Пилу, я сейчас тебе все колеса пилами. Ну не, смотри, не, не, нет, я... Да, отъедь от меня, я смогу вылезти еще, я верю в давай, себя. Вылазь, у меня прыжок есть, у меня есть прыжок. Тихо, раз. Не, два, не, не. Три, прыгаю! Какой нет, прыжок? Нет, я думал, я выпрыгну. Тофликс получает 1 балл за победу, а мы переходим ко второму раунду. Ты готов? И я? Готов, да-да-да, я знаю, что ты готов, поэтому погнали, я уже еду давай, на тебя. Оп, так, это ты там на задних колесах гоняешь, ничего себе. Я жесткий, да. Ну смотри, и... О, я тебя сейчас перетолкаю, смотри. Не, я не, тебя не. Могу перетолкать давай в воду. Так, потом, у нас полтора балла на нет, 1 балл, я тебя нет, сейчас нет, так же столкну, нет, как нет, ты нет, меня нет. Сталкивал. Нитро! О, у меня, кстати, нитро еще было, я вообще забыл про него, слушай. У меня же нитро есть, точно, ну-ка, где оно? А где нитро, а где нитро? Подожди, я не вижу ее. Умею еще прыгать умею. Ну что, 1 балл зарабатываю я, а мы переходим к третьему решающему раунду. Тофликс починил свою тачку. Раз, два, три, стартуем, значит. Ну, вот, так, так, есть. Так, ну посмотрим. Тактика? А, ну, я тактика. Знаю твою тактику. Так, ну у тебя тачка прыгать давай, давай. Не умеет, а у меня умеет. Оп, я могу оп, так взять и... Я тебя подкину, и нам тихо, куда ты, как ты меня подкинешь? Нет. Оп, смотри. Так, главное мне прыжок больше не использовать на краю пропасти. Оп, вот это я запомнил. Тихо, ракеты, 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 оп. Нет. Ты выжил? Ничего себе, броню небось прокачал на максимум. Да. Так, так, тут еще одни ракеты. Иди взрывайся, нет, иди взрывайся. Нет, нет, не хочу к ракетам. А у меня иди тоже взрывайся. Броня. Броня такая нормальная, у меня мощная, так что нет, спасибо. Я от ракет откажусь. Да, о, на, куда бери. Ты их покатил? Ты что делаешь? Ты сейчас это подарю. В меня хотел что ли пыльнуть? Ну смотри. Так, у тебя получается сколько? 1 балл, да? А у меня 2,5. Я тебя скидываю. А, нет, бортик, не скидываю. Бортик. А ну давай, брысь отсюда. Какой... Да, о, там реально бортик есть. Ну-ка. Зажал. Ой, не на ту кнопку нажал! Не на ту не кнопку делал. Нажал. Ну а по окончанию видео хочу сказать спасибо тем ребятам, которые пишут комментарии под моими видео. А если ты хочешь сюда попасть, то просто оставь свой коммент. Ну что ж, ребят, у нас счет 2,5 балла на 2 балла и побеждаю в нем я. Блин, если бы не было те полбалла за, так сказать, проезд на задних колесах, то меня бы, наверное... А, то у нас была бы ничья, слушай. Но полбалла все-таки перевешивает и побеждаю в этой битве я. Короче, ребят, пишите комментарий, нравится ли вам рубрика, нравятся ли вам наши тачки, оцените, у кого тачка круче получилась, у Тофликса, либо у меня. Но они по разным стилям. Тофликс тюнинговался у Бенни, я
тюнинговался в Арене Вар. Подписывайтесь на мой канал, мне будет безумно приятно. А также вы не пропустите мои новые видео, которые выходят каждый день. Топфликс, ты чё творишь? О, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. С вами был Топфликс Джел. На Топфликс ссылка будет в описании. Переходите, подписывайтесь на пацана тоже. А с вами были мы. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.